прекрасный Икар. Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Твой сын мертв, Дедал. Мой сын... Мое дитя... Нет, нет, нет! Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя... Thank you.
Что он сделал? Он запретил мне говорить с тобой. Если я нарушу запрет, он сделает с тобой то же, что и с моим отцом. Никогда. Он сказал, что убьет тебя. Он не сможет. Надо уходить отсюда. Идем. Я покажу тебе дорогу. Помоги подняться. Сюда, Кратос. Беги, Кратос!
Готово. Сюда.